Привет, ребята, меня зовут Антон, мы продолжаем проходить Battlefield Hardline. Итак, оказывается, в предыдущей серии, помните, у нас камушек был около ворот. Камушек был, через него, оказывается, можно было перелезть на другую сторону ворот, но по какой-то причине у игры такой возможности не оказалось. Я не знаю почему, что это за хрень такая, тем более. Может, в очередной раз... Может, текстуры не прогрузились, и опять что-то такое. В общем, баг. Баг конкретный причем. Ну, мы сейчас попробуем. Пристрели его! Сразу пропалили. Я херею, ребятки. Так, ну давай попробуем. Во, вот теперь перелез нормально. Осторожно, осторожно. О, привет. Так, вон там солдат. Мы не усагримся. Сагримся. Слышь? Не очень ты борзый. Так, прекрасно. Великолепно. Потихонечку идем, полигонечку. Так. Давай туда. Прекрасно. Кто там еще остался? Сюда! Вперед, быстро! Эй, сюда! Нет. Так, мне кажется, ли мы сквозь текстуру прошли? Да, можете сквозь текстуру ходить. Везде интересно? Нет, не везде. Ну ладно, гранату не надо. На, вот так вот. Как самурайским мечом порубили. Так, откуда? Откуда эти ребятки шмаляют? А, вон откуда. А почему у нас гранат нету? Осторожно. Ай-яй-яй-яй-яй. Надо восстановиться. Надо немножечко восстановиться. Не докинули, лохи. Осторожно. Ну, почти же, ну. А, тут у нас бронебойный пол, понятно. Снова не докинул. Ай-яй-яй, не выступать тебе на Олимпиаде, чувак. Понятно, патрон у нас не осталось. А где их можно взять? Наверное, тут солдаты остались, которых можно вытянуть боеприпас. Давайте их попробуем разыскать. А, ну, в принципе, вот у нас ящик с боеприпасами. Тогда пополним здесь наш боезапас. Ага, отличненько. Чуваки, похоже, нас потеряли. Ходят, ругаются, там недовольные. Ну и что, сейчас мы им вот тунца такого дадим, что мало не покажется. Хорош. Ник, я должен был постараться, чтобы найти тебе место. Да ладно, поздно уже. Можно как-нибудь культурно спуститься? Дверь закрывать. А, можно. Да. Ну, хорошо. Можно шарик тут тюкнуть? Да. И искупаться можно? Не, искупаться нельзя. Ну ладно, промочили штаны тоже хорошо. Все-таки шикарное место, ничего не скажешь. Эх, жалко моего
с вами сговняли по полной программе. Кстати, вот он водопад, который мы, походу, в предыдущей серии нашли или нет? Нет, похоже, не совсем он. Как же это круто. А, ничего не скажешь. Ну, ладненько. Такие миниатюрные ступенечки. Для карликов. Я вот так хочу пройти. Сюда? Потрясающая техника, но это совсем ни к чему, детектив. Я безоружен. Очень сомневаюсь. Эй, эй! Подними руки, чтобы я их видел. Да брось, Ник. Что ты сделаешь? Арестуешь меня? Раньше бы так и сделал. Да. Я видел, как это было со Стоддардом. Да, а потом пролетел через всю страну, чтобы грабануть меня. Возможно, ты самый жестокий подонок, с которым мне довелось иметь дело. Но я все равно не верю, что у тебя хватит духу застрелить безоружного. Если бы ты и правда хотел убить меня, то давно бы уже это сделал. Так что тебе надо, Ник? А что предложишь? Наконец-то. Ты стал задавать правильные вопросы, Ник. Что ты предлагаешь? Просто весь мир. Помоги мне провернуть операцию. Потом приди на смену, когда я уйду. Похоже, я выявил пару-тройку дырок в твоем бизнес-плане. И кто же заткнет их? Ник, ты пришел один. Интересно, почему? Моим друзьям надо быть в другом месте. Нет, ты прогнал их. Вот ты и самоопределился наконец-то. Ты больше бандит, чем коп. Знаешь, ты прав. Как твоя мама поживает, Ник? Взять Доуза. Ну, взяли мы его и че. Так, секретный проход. Секретный проход. Я думаю, что где-то под столом кнопочка окажется. Что, возможно, где-то тут у нас будет супер-пупер кнопка. Который нам поможет отсюда выбраться. Может быть, это что-то такое. Скажи мне, Ник, удивился ли я, когда ты спустил курок? Возле моего стола шкаф с книгами. За ним проход. Открой его. Я подставил тебя, потому что не думал, что ты прагматик. Хорошие парни ими не бывают. Я пригласил тебя сюда, так как надеялся, что я был неправ, что тебя можно использовать снова. Видишь, какие взятки мне давали? Льготы, деньги. Нет. Ты будешь в шоке, если узнаешь, насколько быстро взаимодействуют копы, с которыми я работал. Я имею в виду шерифов и уполномоченных. И не потому, что они такие плохие. Проблема в рисках. Мои клиенты продают то, что нужно миллионам людей. Я лишь сокращал риски. Для копов, бандюков, да для всех. И все смотрели сквозь пальцы. Кроме тебя.
То, что я построил, нельзя разобрать. Столько всего тут завязано. Слишком много жизней и репутаций. Ну, поздравляю, детектив. Теперь это все твое. О, боже. И что ты будешь делать с этим? Да уж. В общем, честно говоря, я не понимаю, с чего это он вдруг так расщедрился. Этот... Как его там? Ой, я уже имя забыл. Доузен, или как его там, вот, да. С чего это он вдруг все это золото оставил, непонятно. Совсем. Но непонятно, что еще этот Мендоза будет с этим золотом делать. В общем, и целом, как-то все это, конечно, странновато. О, понятно, то есть это уже прошли мы игру, получается, да? Отлично. Ну а с вами был Антон, надеюсь, вам данное прохождение понравилось так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.